В эфире 7 канала «Новости» мы подводим информационные итоги дня. В студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Далее коротко о главных событиях. Не поделили дом. В Черноморке мужчина выстрелил из травматического оружия в голову мастеру, который пытался открыть замок. В Одессе открыли центр ювенальной пробации. Это место, где работают с детьми, у которых проблемы с законом. В Одессе накрыли нарколабораторию. Амфетамин изготавливал гражданин России. Мне понравился сам процесс химии. Не поделили дом. В Черноморке мужчина выстрелил из травматического оружия в голову мастеру, который пытался открыть замок. Инцидент произошел на почве конфликта супругов, которые уже несколько лет борются между собой за жилье. Полицейские выяснили, что стрелявший 46-летний мужчина разведен и уже почти 5 лет делит жену имущество в суде. Женщина все это время проживала отдельно, однако вчера с документами на право собственности на дом она приехала с представителями фирмы, которые оказывают услуги по отпиранию замков. Муж, как оказалось, был не в курсе. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 замах на вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Пострадавший госпитализирован в больницу с травмой головы. На месте преступления работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Пытался сорвать заседание и объявил голодовку. В Черноморском суде продолжают рассматривать резонансное дело экс-сотрудника исправительной колонии. Вячеслава Лазарева судят за убийство с особой жестокостью. На глазах у людей он забил до смерти Андрея Перекитного. Молодому слесарю было только 34 года. У него остались жена и 2 дочери. Подсудимый потребовал отвода прокурора. Адабашьяна пытался сорвать судебное заседание, ну а потом вовсе объявил голодовку. Затягувати процес фактично під час судового розгляду, а також на досудовому розслідуванні. Ну а я добавлю, Лазареву продлили срок содержания в СІЗО ще на 2 місяці. Трезвость – норма жизни, нет пьянству за рулем и перед законом все равны. У стен областной прокуратуры открыли стену позора. Активисты распечатали фотографии правоохранителей, которые в нетрезвом виде были пойманы за рулем, но так и не понесли наказание. Таким образом, общественники хотят привлечь служителей закона к ответственности. В декабре за рулем попался пьяный прокурор Крикливый, также военный прокурор Яровой, также 2 мая совсем недавно, неделю назад, попался пьяным за рулем прокурор Григорьев. Ну вот этот список на самом деле можно продолжать долго. 90% обычных рядовых водителей, скажем так, получают приговоры, их лишают прав на год или больше и денежный штраф в размере от 10 200 гривен. Сами прокуроры, сами судьи себя от ответственности освобождают. Они знают, как правильно это все сделать, и ни один из них до сих пор не наказан. Активисты написали заявление на Александра Григорьева. В прокуратуре это дело обещали взять под контроль. В Одессе накрыли нарколабораторию. Амфетамин изготавливал гражданин России. Также молодой человек занимался и распространением психотропных веществ. Правоохранители установили, 28-летний правонарушитель имеет образование химика и 5 лет назад приехал в Украину на работу. В арендованном доме он оборудовал целую лабораторию, где изготавливал амфетамин в крупных размерах. Сам молодой человек, признается, часто проводил различные опыты, поэтому ему было необходимо больше количество посуды. Изначально наркотическое средство он делал для себя, однако потом решил и продавать. Мне понравился сам процесс химии, то есть я читал статьи, книги. С
со своей зарплаты покупал потихоньку нужное оборудование, стекло для разных опытов. Некоторое стекло билось, поэтому я брал с запасом. Много стекло это со старых складов советских. Новый термометр, скажем, со шлифом стоит 800 гривен. У меня столько денег нету на термометр. Я брал со старых складов по 100. Во время обыска в доме наркохимика изъяли все лабораторное оборудование. Вместе с ним правоохранители забрали 600 доз амфетамина и около 400 доз разных таблеток. Стоимость наркотиков, а также лекарственных средств составляет 380 тысяч гривен по ценам черного рынка. Злоумисника затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Нами встановлюється організатор вказаної лабораторії та інші особи, які причетні до її функціонування. За фактом скоєного правопорушення зареєстровано кримінальне провадження за декількома статтями 307, 311 та 317 Кримінального кодексу України. Ведеться дальнейшее досудебное расследование. Владимир Гройсман поручил правительству защитить имущество Одесского припортового завода, если потребуется уволить руководителей предприятия. Такое заявление вызвал судебный процесс, в котором участвует ОПЗ. Завод задолжал компании Дмитрия Фирташа Остхэм 193 миллиона долларов за поставку газа. С учетом штрафов и пени 250 миллионов. Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск полностью, на что ОПЗ подал апелляцию. Але вчора апеляційний суд Одеської області відхилив всі наші апеляції і клопотання і залишив в силі рішення Южненського міського суду, яким можна буде задовольнити клопотання Остхем на території України. Фактично цим рішенням відкрито потенційний шлях до банкротства надважливого містоутворюючого підприємства. При этом юристы стороны ОПЗ на суд не явились. По словам премьер-министра, руководство ОПЗ участвует в сговоре. Национальная полиция хай розпочинає роботу над цим питанням. Мене цікавить, директора, хто ими керує цими директорами? Хто їм вказівки дає? Хто з судами працює? Будь ласка, якщо потрібно, змінюйте менеджмент заводу. Терміново. Юристів терміново. Владимир Гройсман заявил, что этим вопросом также займется НАБУ и генпрокурор, а фонд госимущества готовит кассационную жалобу. Грандиозные министерские планы. Правительство выделит около 2 миллиардов гривен на ремонт дорог в Одесской области. За качеством будут следить в Министерстве инфраструктуры. Там намерены привлекать консультантов для контроля всех видов работ с этапа проведения тендера и приема акта сдачи. Отмечу, что в Мининфраструктуры уже проверили качество ремонта дорог за 2016 год. Компании-подрядчики обязаны устранить дефекты в ближайшее время. Кто этого не сделает, не будет допущен к участию в тендерах. Зараз ми фактично відбудовуємо автодорожню галузь з нуля. У нас набагато серйозніші виклики, що будуть з 1 січня 2018 року, коли ми децентралізуємо «Укравтодор», запрацює дорожній фонд. З 1 січня 2018 року ми передаємо 120 тисяч кілометрів доріг на баланс областей з відповідним фінансуванням з дорожнього фонду. Це теж буде виклик. Але в підсумку через 3-4 роки ми будемо мати нормально функціонуючу систему, як у всіх європейських країнах. Ми вже закінчуємо будівництво дороги Спаска-Вілкова, це 44 кілометри, яке не будувалося дуже багато років. Ми знаходимося в будівництві дороги Одеса-Рені, ми закінчуємо проведення тендерних процедур. По 18 ділянок вже оголошені тендера, 3 ділянки будуть оголошені. Совместно с руководством АГА правительство решит проблему разрушения дорог перегруженными фурами. Так, министерство передаст руководству Одесской области 3 габаритно-весовых комплекса. На покупку дополнительных систем деньги выделят из бюджета области. Это питання кричуще для Одесского региона. Мы можем вкладывать миллиарды гривен в дороги, але если мы не будем контролировать вагу, как это делает весь цивілізований світ, то ми будемо це робити кожного року. Ми порахували, нам потрібно
мінімум 6-7 комплексів. У нас на цей момент на балансі є понад 30 габаритно-вагових комплексів. Ми плануємо закупити додатково 78. Зараз фактично вже завершені всі тендерні процедури. Ми будемо мати акцепт пропозиції десь протягом тижневого терміну. В першу чергу ми будемо робити акцент на південних областях, де найбільший є вантажопотік, особливо в літній час, коли йдуть жнива. Отметим, что министр Амелян заявил, что сейчас правительство работает над повышением инвестиционной привлекательности нашего региона, в частности, за счет развития морских портов и аэровокзалов. Награда от Министерства инфраструктуры. Владимир Амелян вручил грамоты команде поисково-спасательного катера. Экипаж наградили за противодействие захвату судна российским военным кораблем. Напомню, инцидент произошел 24 апреля этого года во время учений морской поисково-спасательной службы в Черном море. В районе Скадовска экипаж российского корабля совершил попытку захвата украинского спасательного катера. Незважаючи на жорсткі команди з боку російського військового судна, що може бути застосована і зброя, вони не здалися, вони врятували і себе, і український катер, не підкорилися командам і повернулися в порт базування. Отмечу, в момент конфлікту ніхто із членів екіпажа не пострадав. Ремонт флагмана украинских ВМС «Гетьман Загайдачный» идет по плану. Сейчас в доке трудятся специалисты завода «Ленинская кузня», который выиграл тендер, а также мастера Ильичевского судоремонтного завода, где фрегат находится фактически. Используются сегодня комплексные бригады и мощности завода, и специалисты Ленинской кузни. Сотрудники Ильичевского судоремонтного завода выполняют работы, связанные с судоподъемным механизмом, заменой конструкций корпусных и частью механических работ. Также текущие работы проводят члены экипажа боевого корабля. К слову, «Гетьман Загайдачный» — первый военный корабль, который ремонтируют на мощностях Ильичевского судоремонтного завода. Сам ремонт стоимостью 14,5 миллионов гривен планируют закончить к концу июня. Более подробно о том, как ремонтирует флагман украинских ВМС, а также интервью с командиром фрегата смотрите в субботу в итогах недели в 20:00. Более 20 решений минувшей сессии Одесского горсовета до сих пор не обнародованы. Согласно регламенту, опубликовать их должны были на протяжении 5 дней после сессии. Напомню, она состоялась 26 апреля. Журналисты Центра публичных расследований зафиксировали нарушение нескольких законодательных норм со стороны депутатов. Они выяснили, что большинство вопросов повестки не были опубликованы вовремя. К сожалению, за 20 рабочих дней было вовремя подано всего лишь 26 проектов решений городского совета. При этом за 10 дней до проведения сессии было уже 45 проектов решений. Ну и, соответственно, в день проведения сессии таких проектов решений было уже 64. То есть фактически очень большое количество решений, проектов решений, общественность не имела возможности с ними ознакомиться. Кроме этого, депутаты провели согласительный совет за день до сессии, хотя должны были за неделю. Также журналисты зарегистрировали несколько случаев так называемого кнопкодавства, когда один депутат голосовал сразу за двоих. Ну и во время ложного минирования здание горсовета муниципальная охрана не пропустила некоторых корреспондентов к месту события. Одесситов собираются повергнуть в коммунальное рабство. Общественники изучили порядок проведения горсоветом конкурсов среди обслуживающих компаний, которые вскоре должны заменить многоквартирным домам ЖЭКи. По их мнению, конкурс проводится непрозрачно и нарушает целый ряд законов Украины. Подробнее далее в сюжете. Сегодня в Малиновской райадминистрации определяют компании, которые вскоре заменят привычные ЖЭКи. На заседание пришли и председатели некоторых УСМД, и представители общественных организаций. По их мнению, конкурс проводится с рядом намеренных нарушений. Достаточно почитать вашу конкурсную документацию, где для огляду 700 будинків надавалось меньше 10 годин. Цікаво дуже мені побачити ці компанії, що оглянули ці будинки за 10 годин. Все це каже про злочинні дії нинішньої міської ради, яка
бажає створити нових монополістів, віддати район фактично в дві руки. Так, например, все дома в Малиновском районе разделены на два конкурсных лота. В одном 700 домов, в другом 500. Каждый лот подразумевает только одну компанию победителя конкурса, которая и будет обслуживать все многоэтажки лота. Распределение объектов конкурса произошло без учета мнения одесситов, с нарушением государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса и с грубейшими нарушениями антимонопольного законодательства. По словам активистов, конкурс проводится таким образом, чтобы не допустить к нему реальные компании, способные предоставить одесситам высокий уровень услуг. А тех, кому все же удалось оказаться в рядах конкурсантов, комиссия исключит в пользу фирм, приближенных к горсовету. Сейчас комиссия вам огласит какие-то цифры, которые, опять же, вы не увидите. И эти цифры потом распоряжением главы Малиновской районной администрации от имени всех одесситов, всех жителей районов будет заключен договор на год, и все. И жильцы уже обязаны будут официально платить этим компаниям-монополистам по тому тарифу, который незаконно принят, не утвержден городским советом с нарушением монопольного законодательства. Общественники предполагают повышение тарифов в разы и намерены обжаловать результаты конкурсов в суде, а также призывают подключиться к решению проблемы всех одесситов. Наталья Костенко, Игорь Казанжи, 7 канал. В Одессе открыли центр ювенальной пробации. Это заведение для подростков, у которых проблемы с законом. С детьми будут работать психологи, ювенальные инспекторы и соцработники. Больше расскажет Кристина Немченко. Центр ювенальной пробации не похож на стандартные места для детей, у которых проблемы с законом. Здесь светлые стены, уютные комнаты, есть место для отдыха, кухня, душевая и даже настольный футбол. Сюда попадают дети, которые отбывают наказание, но не лишены воли и находятся на досудебном расследовании. В Канаде подобные учреждения существуют давно. Этот подход действительно работает, потому что в нем сфокусированы все усилия для помощи подросткам. Повторно возвращаются к прежней криминальной жизни всего 2% детей. Центр ювенальной пробации создан по канадской модели центра посещения несовершеннолетних, которые нарушили закон, но не были лишены воли. По сути, здесь подростки проходят испытательный срок. Как часто и долго посещать центр, решает суд. Мы с центрами занятости по всей Украине очень плотно сотрудничаем, Недавно нами была проведена работа с точки зрения, какие наиболее востребованы профессии сейчас по Украине, благодаря статистике центров занятости. И также мы продвигаем те профессии, то есть мы уже рекомендуем, что, ребята, эти профессии максимально вы потом сможете продать. С подростками работают специалисты, психологи, ювенальные инспекторы и соцработники. Их учат управлять гневом и своими эмоциями. Центр может принять до 30 детей. Здесь они могут общаться, учиться, готовить и вместе проводить досуг. Сейчас ребята составляют коллаж мечты, составляют цели на будущее. В будущем хочу завести свой личный какой-нибудь дом, квартиру, побывать где-то с семьей. Естественно, хочу завести себе семью, зарабатывать нормальные деньги, ну и жить, собственно, как человек. Я бы не сказал, что я хочу себе там чего-то много денег или что-либо такое. Просто завести нормальную, адекватную семью и сам себе зарабатывать на жизнь. В Украине это уже 7-й по счету центр ювенальной пробации. Подобные уже есть в Ивано-Франковске, Запорожье, Мариуполе, Львове и Киеве. В планах у Министерства юстиции открыть по стране 12 таких центров. Кристина Немченко, Дмитрий Бондаренко, 7-й канал. Сдай кровь, спаси жизнь. В Одесской областной больнице сегодня сдавали кровь детям, которые пострадали в ДТП. Донорами стали добровольцы из разных подразделений патрульной полиции в Одессе. Тему продолжит моя коллега Юлия Федорова. В регистратуре в отделении переливания крови очередь. Здесь выстроились копы. Они пришли сдавать кровь. Одни регистрируются, другие готовятся к процедуре. Марина Лисевич – инспектор патрульной полиции. Это ее первый опыт. Волнительно и необычно. Вчора я читала, що так необхідно якби підготуватись, тобто нічого такого жирного не їсти, перченого, і обов'язково не вживати ніякий алкоголь і тютюнові вироби.
Инспекторы патрульной полиции сдают кровь для детей, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Встречаясь с такими случаями на службе, правоохранители поддержали благотворительную акцию, которая проходит в рамках Всеукраинской недели безопасности дорожного движения. Мало ли что, какие-то бывают ситуации жизненные, когда действительно остро нуждаются люди в крови, в каких-то ее компонентах, то есть это... Я считаю, что это важно, то есть поделиться своей возможностью, тем более это для меня ничего не стоит. В акции «Сдай кровь, спаси жизнь» одесские патрульные полицейские принимают участие по несколько раз в год. Многие из них сдают кровь регулярно. Это доноры с немалым стажем. Я уже более 10 раз сдаю кровь детям. Просто хочется помочь деткам. Ничего более. Необходимость в ежедневном пополнении банка крови сложно переоценить. И жертвы ДТП в числе тех, кто больше всего нуждается в донорах. Врачи станции переливания отмечают, регулярная сдача крови идет только на пользу. Во многих странах это практически атрибут здорового образа жизни. Наряду с правильным питанием и занятиями спортом. Идет, грубо говоря, очищение организма, стимул для выработки новых эритроцитов, омоложение даже в какой-то степени. И люди, которые сдают кровь, доноры, то бишь, и не могут заболеть лейкозом крови. То есть это даже профилактика определенных заболеваний. Присоединиться к акции и стать донором может каждый желающий в возрасте от 18 до 55 лет. Юлия Федорова, Никита Кричко, 7 канал. Вы можете встретить их на улице и просто пройти мимо. Их часто называют попрошайками и пытаются прогнать подальше. Никто не задумывается, почему эти дети просят у прохожих и как они оказались на улице. В последние годы с ухудшением обстановки на востоке страны бездомных детей стало еще больше. Неутешительная статистика и как помочь маленьким беспризорникам в сюжете Анастасии Кожушко. Историю маленького Степы знает вся Одесса. Родная мать использует его ради заработка. В свои 4 он уже знает, что такое работа. С раннего утра мама Вера ведет мальчика в переход попрошайничать. Здравствуйте, я как-то видела вашего малыша, который просил денежку, да? Вы бы там ходили. А что, может быть, как-то помочь вам? Ну, на пошут просим. Ну и в переход просим, и там просим. Может быть, одежду какую-то принести ребенку? Можно, это очень хорошо будет. Именно в этом переходе маленького Степу с мамой заметил автор программы «Крик души» Елена Ионова. Чтобы обратить на мальчика внимание соцслужб, ей понадобилось почти полгода. Вопросы с Степаном социальная служба контролирует. Это под руководством Аллы Ивановны Кирьяк. Сгвоздка в том, что нет главы Ширяевского района, поэтому некому подписать положение. Как только он появится, Степана заберут с улицы. По словам специалистов, очень часто дети улиц попрошайничают не по собственному желанию. Их используют, иногда даже сами родители. А иногда наносят увечья, чтобы вызвать больше жалости у прохожих. В этом году 5 детей было выявлено, которые действительно эксплуатировались. 3 – это трудовая эксплуатация, когда детей взяли на работу, не оформили, не оплатили их работу. Работали они в плохих условиях. И 2 ребенка, где действительно вовлечение в попрошайничество. Ну, там еще и были другие виды эксплуатации. И этим 2 деткам уже присвоен статус пострадавших от торговли людьми. И это только те дети, которых удалось выявить. На самом деле маленьких беспризорников гораздо больше. Особенно в последние годы из-за ухудшения обстановки на Донбассе. Общая статистика по всей Украине неутешительная. Серед всех детей, які постраждали від торгівлі людьми, яким представництво Міжнародної організації з міграції надало допомогу, 29% – це були діти, які експлуатувалися саме в примусовому жебрацтві. Маленькому Степі удалось помочь. Його історія не самая грустная, но есть и другие. Бездомных детей можно встретить везде. В основном это места большого скопления людей, таких как вокзал. Помочь ребенку может каждый из вас, купив ему булочку или попросту дав денег. Но лучшим вариантом будет вызвать полицию. Анастасия Кожушко, Андрей Кульба, 7 канал. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. Но если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Итоги недели подведет моя коллега Елена Крылатова уже в субботу в 20:00. Ну а вы оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш 7 телеканал.